Вот необдуманные шаги привели к тому, что сегодня у нас реальная проблема с электроэнергетикой. Встал народ, естественно, высказывать свое недовольствие. Как только народ стал выговаривать свое недовольствие, они эту проблему выкинули в народ, начали, значит, противостояние началось между теми, кто занимается майнингом, и между теми людьми, которые не занимаются этим вопросом. То есть это вопрос выкинул народ и хотят уйти сами от этой ответственности. Так не пойдет, дорогие мои. Когда люди разрешили, на последние деньги они закупили эти, значит, так называемые аппараты по добыче криптовалюты, начали ставить и начали какие-то деньги зарабатывать. Теперь вопрос стал так: кому-то можно, кому-то нельзя. Кто эти игроки, кто будет регламентировать, по каким критериям будут выбираться эти люди, так называемая избранная каста, которым можно туда войти, кому нельзя войти. Это приводит к конфликту интересов. Мне кажется, что эта ситуация создана искусственно. Я объясню почему. Когда ситуация дойдет до апогея, наш чиновник будет говорить, что все, вся ситуация вышла из-под контроля, мы никак не можем держать в нужном состоянии нашу энергетику, доведут людей до ручки и скажут, у нас только один выход. И какой же вы думаете выход, естественно? Естественно, вопрос станет о продаже нашей электроэнергетики. Вот к чему все наши действия наших чиновников, я думаю, что в конечном итоге будет приходить вот к этому вопросу. Я лично, как считаю, выход один у нас, запретить его полностью, компенсировать людям затраты, которые они понесли. В этом случае получается, что какие-то возможности по этим, значит, свободным мегаваттам, высвободившие мегаватты, под эти мегаватты открыть, значит, под создать государственную рупы, скажем, государственную рупы, под которые все эти выкупленные майнеры поставят там, будут, значит, работать на бюджет Республики Абхазия. Но еще раз говорю, при этом обязательно возмещение убытком людям, которые потратились и купили эти майнеры. Все, что я сейчас говорю, чтобы вы понимали, будет резать слух многим людям. Объясняю почему. Потому что надо говорить, если мы говорим «А», мы должны говорить и «Б». Потому что многие наши сегодня чиновники или так называемые приближенные к власти сами занимаются этим бизнесом. И не всегда законно. С другой стороны, есть люди, у которых официально куплены техусловия. Частные предприниматели, там, не знаю, там, выкупили в свое время там, предприятия, там, заброшенные, уже утратившие там, ценность. В плане там, как производства, еще что-то, восстановили эти производства, официально купили техусловия в государство. Вы мне объясните, почему ему нельзя ставить эти машинки, да, скажем. Если там он может завод поставить или поставить там майнинг. Вот здесь у нас человек один, нам близкий человек, недавно такую вещь сказал. Такое сравнение, может быть, не самое такое правильное, но оно очень интересное, да. И он говорит, если ты мне продал, говорит, муку, говорит, какая тебе разница, что из этой муки я буду делать, там, лепешки печь, хлеб печь, и там, и, я не знаю, торт выпекать из него, да, ты мне продал муку. Эти майнеры поставить уже под, значит, под государственное управление, и пусть это все работает на бюджет Абхазии.